И снова всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Шиморо, а это Fallout, ребята. Мы продолжаем играть в Fallout 4, и сегодня пройдемся с вами по разным делам. Спасибо вам большое, опять же, за ваши советы, за ваши комментарии. Насчет убежища постоянно у нас идут советы про креолятор. Ребят, ну ничего страшного, креолятор мы с вами еще успеем сделать. Но для начала мы попадем в Келлога, в дом Келлога, другим путем, немножко необычным от того, который я хотел. Я хотел попасть в дом Келлога, который, возможно, украл моего сына, способом взлома очень сложных замков. Ну, прокачать эти очень сложные замки и, соответственно, получить туда доступ. Но есть еще один вариант, ребята. Сейчас мы доберемся до мэра. Подойдем, значит, к секретуточке. И попробуем подкупить ее. Вам еще что-то нужно? Ключ от дома. С кем я могу поговорить, если мне нужен ключ от дома, на который наложен арест? Если вы о собственности, отошедшей в пользу города, то у нас только один такой объект — старый дом Келлога. Если вам нужны ключи, то лучше обратиться непосредственно к мэру. Вы не можете мне помочь? А вы мне не можете? А если даже могла бы, зачем мне это? О, я ищу своего сына. Прошу вас, я ищу своего сына. Бывший владелец этого дома похитил его. Мне постоянно хотят разжалобить, слезли вместе. Вот сучка какая, а. Короче, на! Может быть, мы с вами все же договоримся? У меня так много крышек, а в карманы не влезают. Подарок? Мне? Ой, как мило с вашей стороны. О, точно, я же как раз собиралась оставить ключ на столе и забыть про него. Вот стерва, посмотрите, а. Шалава, блин. Ключ от дома, давайте заберем. Ладно, все. Ты забыла? Я забыл. Все хорошо. Идем обыскивать дом Келлога, ребята. Поехали вниз. Поехали вниз. Броньку я пока, наверное, боевую одену. Эй, маленький! Господи! Сладкий мой... Вы это видели, ребята, да? Я этого не делал. Он сам упал у нас вниз, ребята. Я ни при чем. Давайте, ребята, оденем обратно боевую броню. Я хотел в собачку сейчас положить. Бойцовскую броню, точнее, да. Пусть она от радиации у нас не защищает, но зато броня стабильная такая, в ней хорошие статы, а у меня нет разных элементов другой брони, как говорится, брони рейдеров и так далее. Сладкие, пошли. У нас с вами проблемы со стимпаком и со всем прочим. Киса? Киса. Да уж, киса, Регу. Маленький, пойдем, не трогай ее, не трогай ее. Не нужна тебе эта киса. С этими кошками свяжешься. Так, ладно. Давайте, ребята, проходим в дом Келлога, посмотрим, что нас там ожидает. И ожидает ли нас там что-то страшное. Страшное такое. When you knowing. Добираемся, ребят, добегаем, посмотрим, может там что-то серьезное. А может и нет, но ключик у нас. Факт остается фактом. Чувак, ты куришь, ты же синт. Ёпта, куда ты вдыхаешь? Есть ключ, пошли, ты открываешь дверь. Да, пойдем. Пойдем, ребята, если кто-то нападет, мы ему жопу быстренько разорвем своей винтовкой большой. Давай осмотримся, наверняка Келлог оставил хоть какие-то следы. Ну да, наверняка. Пиво возьмем, естественно. Чудо-клей возьмем. Давайте-ка я реально сейчас выложу в собаку, ребята. Эй, обмен. Здесь, жди здесь. Ой, какая красивая морда. Миниган хочу туда выложить. Вообще, то, что не нужно мне. Вот это вот. Эй, стой. Пошли. Так, ребята, вот это вот перекладываем. Миниган я бы оставил. Миниган, штатный прицел. А где мой сам мини? Неужели я его там где-то скинул и забыл совсем про это? Ёлки-палки. Собеседование. Это веса не имеет. У нас что-то... Забери себе, очки оставлю. Слушай, очки тем, ты можешь одеть очки? Сладкий мой. Не? Очки не может собака надеть, ребята, это очень плохо. Синтетическая правда, здесь всякое говно. Ладно, миниган я хотел оставить, миниган и оставил. Давайте теперь осмотримся, что у нас здесь получается внутри. Плитка, это можно все разобрать. Интересный такой дом. Здесь ничего, может обыщешь стол? Да, сейчас обыщем, подожди. Разделочная доска, наручники, посмотрите, а? Шалун, ребята, кукурузу возьмем, изоленту тоже звиздим. Спать, здесь два, один спальный мешок, обратите внимание, да, а один такой вот. А ты почему-то стол не могу обыскать, это очень странно.
И какой мне стол обыскать? Здесь есть какие-то записки? Потрёпанный планшет. Ножницы. Чё, на столе ни хрена нет, братан? На столе ни хрена, надо искать здесь какие-то улики. В кастрюльках ни хрена. Позолоченная зажигалка. Чувак, а я в стол залезть не могу, представляете? Я не могу чекнуть стол обычно. Ну, по идее, можно. Все эти столы чекаются. Эй, Валентайн. Эй, Валентайн. Ищи. Тут что-то должно быть. Ну, что должно быть? Ну, нет ни хрена здесь. Матрёлки, ёлки. Давайте все это просветим дело. Здесь швабра. Смотрите, у нас на стол показывает, а я стол не могу обыскать. А, под стол. Я... Вон оно что. Все же светится. Ну и ну, неплохой способ спрятать комнату. Ядеркола, ребята. Патроны, мины. Карабин не нужен. О, ядерная батарея, патроны, ребята. Заряд плазмы. Патроны калибра. Хорошо ты живешь здесь, я смотрю, блин. Келлок. Вишневые ядерколы у него здесь. Хорошо, ребята, апельсиновые ментаты, посмотрите. Господи, я испугался, жесть какая. Комод. Пустая масленка. Стул. И вот она у нас, коробка сигар. Так, стимуляторы. И сигары. Огни Сан-Франциско, да. Вишневая ядеркола. Красивый стул, ребята. И что дальше? Здесь нет ничего такого. Есть идеи? Как насчет псины? Этот пес может на одну милю, не одну милю по следу пройти. Гав говорит. Да, конечно. Гав. Ну вот. Псине наша работа нравится. Дай ему все обнюхать и посмотрим, возьмет ли он след. Пока ты еще здесь, я понимаю, что это дело личное, так что если ты хочешь повидать Келлога, с глазу на глаз так и скажи. Пойдем со мной. Я хочу, чтобы ты пошел со мной, Ник. Ладно, давай отыщем этого засранца. Теперь парадом командуешь ты. Что скажешь, все сделаю. Ребята, берем с собой Валентайна, видите как? Так, надо диагностику ему провести. Давайте осмотрим, что мы могли здесь упустить, ребята, с вами. Пюре быстрого приготовления. Еще одна ядерколка, тоже забираем. Сейчас быстренько все это прочекаем. Карабин нам нахрен не нужен, да? Патрончики еще есть. Так, и наша задача с вами. Информация, смотрим. Откровение. Дать псине понюхать сигарету. Где Сладик? А, я взял Валентайна, и Сладик убежал у нас. Отлично, отличный фейл, ребята. Только у меня такое могло случиться. Эпично. Вот это разработчики не могли, да, продумать, что нельзя сразу взять, например, да, Валентайна. Там потом поговорить, либо еще что-то. Даем псине понюхать сигарету. Сейчас, а вот она, давай маленький. Показать сигару. Давай, псина, бери след. И почему псина? Он же маленький, любимый, хороший. Найди Шона. Веди меня к нему, малыш. Веди меня к Шону. Гвав. Так, и экспириенса, смотрите, неплохо, ребята. Подрубили. Погнали. Валентайна берем с собой, идем по следу, да? То есть по информации. Следовать за псиной. Хорошо, погнали. Сейчас будем воссоединяться, как говорится. Я не думаю, что это мой сын, на самом деле. Как-то это бредово, да, ребята? Да. Чтобы вот так вот на изи просто мы попали в Diamond City. Нет, не будет там сына. Последние новости. Почитай сама, родная, почитай. Наши последние новости связаны только с прибылью и, соответственно, с поиском сына. Больше меня ничего не интересует. Все остальное абсолютное говно. Вот посмотрите, какой пистолет красивый тоже. Макаров. С глушачком, ребят, вот такой хочу. Переделать его, там надеть как-нибудь, опять сворачивается, елки-палки. Почему-то при подзагрузке, да, сворачивается немножко игра. Неприятный момент. Надеюсь, дело проходящее, ребята. Мисс Няня, робот, созданный компанией General Atomics в качестве женского аналога мистера-помощника. Она оснащена аналоговым встроенным вооружением, ребята. Я даже знаю, где у этой мисс Няни встроенное вооружение.
Спадает, значит, бюстгальтер, и из сисек вылезает два пулемета, которые крутятся. Тра-та-та-та-та-та-та! Потрогай меня за сосочек, говорит мисс няня. Ладно, это уже мое воображение, ребят, так что... У всех свои соображения на этот счет, я думаю, да? Ну, мы еще не встречались с такой мисс няней, как бы. Представляете, нагретые пулеметные соски. Ой, зажми меня в тиски. Так, ладно. Так, там кто-то болтает, кто-то там... Помогите, говорит. Женщина, мы заняты. Женщина, в следующий раз. В следующий раз. Пошли, Валентайн. Пойдем, Валя, Валентайн. Найти улики, указывающие. Очевидно, Келлок останавливался здесь. Да, та же сигара, ребята, посмотрите. Огни Сан-Франциско, да. Огни Сан-Франциско, любимые сигары Келлога. Ну что, малыш, идем искать дальше? Нам лучше с тобой держаться вместе, по крайней мере, пока не найдем Келлога. Молодец, псина, посмотрите, ребята, реально у нас он выслеживает, классно. Офигеть. Огни Сан-Франциско, огни большого-большого города. Города. Ничего не видно пока. Ничего не происходит. За собачкой следуем. На нас никто не атакует, хотел сказать, что нас никто не атакует, ребята. И тут у нас кротокрысы светящиеся. Ага, понял вас. Отстреливаем ему яйки. Ой-ой-ой-ой, эпик файт. Да что ж ты такой-то, а? Отпрыгиваем немножко. На смещениях будем работать. Вот так вот. Отстреливаем, отстреливаем. Нормально, ребята, двигаемся. Вот так вот. Headshot, motherfucker. Вот так вот. Надо бы мясо все эти приготовить, ребята. А... Так, еще давай. Так, ты мне не нравишься, слышишь, малик? Ты мне не нравишься. Денч. Так, хорошо, этого отстрелили. Посмотрите, перевернулся такой красивый, да? Отстрелили и двигаемся дальше потихонечку. Смотрим, смотрим, что может здесь быть. Мешок с удобрениями, он нам нахрен не нужен. Бутылка пива. Идем дальше. Идем дальше потихонечку. Смотрим, что же наш песик найдет, да? А пес может найти все, что угодно. Нюхай, малыш. И, опа. Fucking secret place. Опа. Лает. Найти улики, указывающие на местоположение Келлога. Угу. Там какой-то рейдер или кто-то ходит. Обана. Рейдер. Костюм бродяги. Здесь была битва. Тут у него был очередной пит-стоп, смотри в оба. Давайте посмотрим в оба. Ну, тут нет ничего. Сейчас нужно посмотреть, что вообще здесь. Собаки, ребята. Дворняги. Баданч. Добивайте, добивайте. Все, завалили вроде. Ой-ой-ой. Не туда стреляем. Отодвиньтесь, ёптить. Так, хорошо. Нормально, нормально. Наши прикрывают, ребята. Я даже не вспотел. Так понятно. Никто и не вспотел. Так, давайте посмотрим. Осмотрим этот пит-стоп. Что здесь может быть? Военная электросхема, предохранитель. Здесь разобранный ромбет, да? Пятно крови осмотреть. Костюм бродяги. Там рейдер. Что, дружок, потерял след? Маленький, ищи. Вот здесь какая-то фигня, ага. Окровавленные повязки. Псине этого хватит, да, давай. Ну что, малыш, идем искать дальше? Лайт, пошли. Да, ребята, идем, видите? Псина нас выведет по следу. Нам бы сейчас экспириенс взять. Очень сложные замки бы я прокачал и сделал бы важные дела, которые нам нужно сейчас с вами сделать, ребята. Так, идем, идем по рельсам, да? Двигаемся в сторону.
Там где-то рейдер терся, кстати говоря, там терки кто-то наводил на мосту, неизвестно, что за пацан вообще, но к нему подходить не стали. Ладно, будем продвигаться сейчас дальше и смотреть, что у нас получится с этим дальше. Пес немножко прихрамывает. У нас нет стимуляторов, нам бы стимуляторы найти. Было бы замечательно. Нихера себе, блин! Карликовый яогай! Яогай! Хера себе карликовый, блин, кусок говна, посмотрите, огромная какая туша, сука! На меня не надо бежать! Ёлки-палки, он же ваншотит меня! Предметы. Предметы, ребята, помощь. А у нас есть стимуляторы, да? И стимуляторы, видите, не сра... Ой-ой-ой, там и гули! На крит будем брать, ребята, да. По криту понеслась. По криту, ребята, по криту. Там шерсть, посмотрите, какая. Он на гули еще и напал. Гули против него, да? Наша задача отстрелить его по-нормальному. Они сбегают. В жопу ему даем, ребята, на... Вблизи не подходим, вообще не стоим. Это что за херня-то? Это что за херня меня сейчас? Жесть, мы нарвались с вами, ребята. Мясо яогая, шкура яогая. Класс, красотень. Что у меня с экраном? О, господи! Я понял, это из-за того, что игра была свернута, ребята. О, Fallout молодец. О, Fallout молодец, ребята. О, хороша картинка! Знаю, есть такие проблемы с разворотом, с воротом Fallout. Помните, я говорил, что у меня вылетело Fallout? И все разрешения, видимо, позбивались в игре. Ну как вам? Давайте сохраним это дело, ребята. Быстренько перезайдем. Прошу прощения, приношу свои глубокие извинения. А, уже такая была ситуация у меня была, да. Я начинал запись, там свернулся, развернулся. И все, и поплыл Fallout, ребята. Неприятная история, если честно. Еще какое-то обновление вышло, елки-моталки. Прям в бою, ребят. А я думаю, что-то с разрешением. Разрешение поплыло как-то. А уже прошли, ребята, уже насохранялись. И, соответственно, вот такие дела. Ну, всякое бывает. Главное не сворачиваться в игре. Не раз такое было уже. У меня три монитора. И, соответственно, сейчас у меня Fallout открылся на левом. У меня посередине монитор стоит слева и справа от меня. То есть справа я вижу, что у меня идет запись на программе, слева у меня всякие другие вещи открыты. Так вот, он с центрального монитора, с основного, сейчас перетянулся в левый монитор. Ну, короче, непонятная хрень. Сейчас уровень получим. Жесть какая, ребята. Жесткач какой-то, блин. Бывает такое, конечно. Во, и меня чуть-чуть не убили, посмотрите. Вот, и сразу разрешение стало получше. А то у меня с разрешением была какая-то беда. Так, мне нужна сейчас, ребята, помощь. Очищенная вода. Нам нужна, ребята, очищенная водичка. Ой-о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 й. Неужели мы еще сейчас попадем с вами? Сохранился, я и не видел, сколько у меня хп. Откатываемся, отходим. Да господи, да пристрелите вы, блин, на себя возьмите. Говно это, блин. Летающее. Жопокрыл, блин, сука. Прошу прощения, меня так бомбануло сейчас. Наши там стоят, трутся, не могут спасти, блин. Ну нафига мне такие спутники? Я, говорит, с тобой буду все за них делать. Да, ребята? Жесть какая-то. Давайте возьмем уже этот экспириенс уровень. И, наконец, сделаем с вами сложные замки взлом. Это очень важно. А, мы не соответствуем требованиям. Отлично, так бы я и не прокачал на самом деле. Тогда лучше халявщика сделать. Уровень 7, удача 2. Здесь у нас требования восприятие 4. А что у нас по восприятию? А, восприятие 4. А каким мы требованиям? Уровень... А, уровень 18 необходимо. Нифига себе. Восприятие 4 хватает. Харизма. Харизма, чтобы убеждать в диалогах. Ну, халявщик я бы взял на самом деле. Еще наука нужна, лазутчик. Надо подумать, ребята, что вкачать. Давайте пока вкачивать не будем, пока оставим. Посмотрим. Бежим дальше, ребята, по приключению.
У нас вот и так техническая проблема была, техническая неурядица, которую мы с вами быстро решили. Еще еды надо будет заготовить, да и много-много всего, ребята. Хибарка какая-то, обратите внимание. Сюда нам нужно, песик? Песик, сюда мы заходим с тобой? Или... или не заходим, песик? Ты моя псинка, такая родная. Так, найти улики, указывающие на местоположение Келлога. То есть вот здесь где-то что-то может быть. Так и знал, сука, что бомбанет. Надо было аккуратно это делать. Опа, улика. Двойник, хитро. И мину, видите, ребята, поставил. Костер, активировать. Странно, а костер активировать не могу. Так, и что мы здесь нашли? Идем дальше. Здесь он отдыхал явно, да? Здесь вот машины. Опять же пепельница. Грязная, но его сигары видно не было. Идем за псиной. Ишь ты, захотел, да, сложные замки очень взламывать, ребята? 18 уровень нужен. Халявщика бы я бы прокачал, ребята. Да, посоветуйте, ребята, что прокачать. Нужно подумать хорошо. Я вообще хочу выйти в халявщика дальше. А, очень сложные, видите, только с 18 уровня теперь у нас доступны. Поэтому очень сложные. А, мы не повзламываем. Не посмотрел я на требования. Сука, как вы выкапываетесь? Достали, а? Ну же. Ну же. Вот так вот. Минус щека, ребята. Просто в щеку засандалили пацану. Ну а тебе, вот так вот. Опа, там еще один, посмотрите. Агрится гули, агрится жестко причем. Бэданч! Просто в лицо. Отменный нюх, да, у этого пса. Ты че, блин? Перезаряжайся быстрее. Давай. Ну. Сука какая, все-таки задел, прокоцал меня сильно. Крышка зажигалка. Че у нас там еще, ребята? А тут гулий рай какой-то. Обратите внимание. Гулий рай, ребята. Да что ж вы, че ж ты их сваливаешь? Подожди, братан. Минус один, да? Давай, минус второй сейчас сделаем. Нормально, набрасывайся. Вот этому мы имбальничек сейчас отстрелим. Сука. Да на! Крышка, ребята, и пес у нас ранен. О, алюминиевая банка. Хорошо, алюминиевую баночку мы разберем на алюминий. Нормально, вставай все. Так, теперь нам нужна... нужна, ребята, с вами очищенная вода. В количестве двух штук пополним себе запасы. И посмотрим, что вот здесь. Здесь, кстати, может быть очищенная вода, ведь правильно? Прям сильно сейчас за собакой не побежим, потому что... здесь по-любому что-то есть, ребята. Ну, конечно, сука. Хоть не ранило меня. Нормально, ножку повредил у нас. Ножку повредил. Забираем. Забираем, значит, предметы, которые тут есть. А чё я не могу стимуляторы заюзать? Ладно, ребят, давайте я халявщика вкачаю, потому что халявщик нужен, и... вот, стимуляторы теперь. Кидываем, чтобы не хромать. О, господи. Какая картина. А когда-то он принадлежал кому-то, ребята. Этот маленький мишка. Отпускаем его, он нам не нужен. Винт, ребята, давайте чекнем здесь все, что нужно. Здесь ничего нет больше. Ладно, уходим отсюда. Вот он принадлежал тому человеку, сидящему на диване на своем. Пока все чисто. Пойдем, маленький. Там горит огонь, там горит костер, ребята. Кто-то тут тусит. Там бомж сидит какой-то или мне... катушка силового реле, сталь. Полумертвый робот.
Что тут у нас? Ошибка сбой системы, не чувствую ног. Ну, понятно. Что случилось? Последствия. Келлок. Просто скажи, куда ушел Келлок, ты консервная банка. Противник идентифицирован. Келлок. Мы не потеряли его след, он должен быть уже близко. Псина знает, где он. Так, я понял, здесь тоже разбираем. Сканер. Эмуляторы. Антирадин психорадикс. Крышка, патрон, рулет. Костюм из шкуры. Пойдемте дальше, ребята. Жесть какая! Он рядом, этот гондон, а? Рядом, ребята, где-то. Смотрите, тут мотоциклы. Видимо, укрывается где-то там. Хорошо. Да чё ж вы на меня-то лезете? Друтни! Нет, с их проще сваться. Целиться невозможно с этой сенсой. Не знаю, скорость мышки, ну не могу я наводиться. Еще сенса, когда режется. Блин. Неудобно вообще. Так, хорошо, пошли, 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 братан. Здесь дел у нас много. Приключения зовут. Ну что ты там унюхал маленький? Так, здесь у нас мясо родоленя, шкура родоленя. Надо приготовить вообще, уже очень давно хочу приготовить. И все не получается у нас никак изготовить. Надеюсь, халявщик нам поможет найти побольше всяких патронов. Пойдем, я следую сразу за тобой. Мой маленький игненочек. Игненочек. Так. Ищем. Пока ищем, ребята. Пока тишина. Вон там что-то горит. Неужели собака меня приведет прямо туда? Ох, жестко. И куда мы? Найти улики, указывающие на местонахождение Келлога. Угу. Мы на старой армейской базе. Не здесь ли он прячется? Но, в принципе, логично. Угу. Келлок может быть где-то здесь, да? Ну, пес нас приведет, надеюсь. Тихо, спокойно. Там агрится у нас муха. Летим, летим. Пока тишина. Ни мутантов, ни синтов, ничего такого, что могло бы нам угрожать, ребята, рядом нет. Форт Хаген. Проверить, как там псина. Это здесь он прячется? Здесь, дружок? Пробраться в Форт Хаген. Собака теперь может стать вашим спутником. Ну все, пойдем. А, Ник Валентайн. Пускай в Century Hills идет, да. Так, все, Ника Валентайна мы отправляем отсюда. А с собакой будем сейчас пробираться, ребята. Псина что-то нашел. Что он нашел, интересно? Что ты нашел, мальчик? Что ты нашел? А, я понял. Я понял, ребята, спасибо, псина. Там у нас турелечка работает. Турелечка активирована, видимо. Кажется, это был последний. Ты, чувак, вообще домой идешь? Мы здесь воюем. Но здесь мы не войдем, правильно? Нужен какой-то вход нам, ребята. Давайте чекать этот вход. Где-то здесь что-то быть должно. Очень плохая позиция у меня. Надеюсь, турелька сдуется. Там еще одна. Хорошая позиция, не? Так, понятно, задевает. Задевает, так. Так. И отстреливаем еще одну.
Возможно, где-то здесь у нас будет вход, снизу. Либо его наоборот здесь не будет. Там лифт есть, да? Винт, бафаут, ментаты, отлично. Очень много наркоты, патроны. Пистолет. Рубашка, химлаборатория. Но нам готовить здесь нечего сейчас. Поднос для инструментов возьму, это алюминий. В тачках ничего, наверное, нет. А вот и Форт Хэгген, мы попадаем в него. Ребята, жестко. А что же будет дальше? Ёлки-палки, скрывается ли этот ублюдок здесь или нет? Вот это вопрос интересный. Но я готов ко всему, ребята. Жопку будем рвать. Плохой пистолет у меня, патронов к нему нет. Придется сейчас постоянно переодеваться, перебываться. Солдатик. В форме такой вон, да? Здесь кто-то есть? Есть, конечно. Так. Storm Bonds. Вот так вот надо взламывать, ребята. Управление протектроном. Активировать единицу. Сменить матрицу характера. Медик скорой помощи будет у нас. Так. Хорошо. Ну пошли. Кого там они? Кого там они обнаружили? Меня, что ли? Посмотрите здесь. Девушка какая-то. Обнаружено движение. Интересно. Будем держаться с нашим протектроном, нет? Ох, это синты, сука! Как я рад вас видеть! Как же я рад вас видеть! Как же рад, ребятки! Они жесткие, бля. Сейчас батареек нафармим. Надеюсь, что нафармим, ребята. Протектрон вообще работает, нет? Херли, ты до меня докопался-то, блин? Так, короче, я понял, что мне нужно. Медикс. И психо делаем. Дальше. Что у меня из оружия есть? Плохо, плохо. Плохо, плохо, плохо. Ребята, патронов ни хрена нет нигде. Чем убивать буду? Непонятно. Тесаком, что ли, бить? Ламатроном. Он пришел. На тебе, сука. Сносим нахрен. Там турелька, ее не будем пока трогать. Далее. А почему ты на меня-то нападаешь, сладкий? Я не трогал тебя. Мне бы патроны сейчас, ребята. Я опять в попадосе, конечно же. Батареечки есть, что-нибудь возьмем. Отходим вот так вот. Надо было патронами закупиться. В следующий раз я просто закуплюсь на крышке, ребята, патронами. Вот так вот делаем. Нахрена мне патроны? Так, сейчас через крит будем работать. На тебе, сука. Так, хорошо. Пес, вставай, пес, живи. Кто там у нас вообще? Что-то врагов очень много в зоне, ребята. Придется сейчас с лазерной ходить винтовкой. Уф. Как бы мне сейчас не накидали. Я знаю, что мы будем делать с вами. Ай-яй-яй-яй-яй, я понял тебя, маленький. Закрыто на цепочку. Терминатор, херов.
На тебе. Как тебе? Нормально? Вылезай, говна кусок. Дымишься-то? Так как бы их обойти? Через дырку, посмотрите, взял, засел, стреляет, а? Кто это там так шпилит? Блин, ребята, жестко как-то. А, я понял вас, уважаемые. Не? Так не работает у вас? Так не работает, говорят. Патроны, патроны. Мне нужны патроны, ребята, как можно больше. Сейчас из этой жопы будем с вами выбираться. Я уверен, что мы выберемся, и в следующий раз я уже закуплюсь нормально. Ну-ка. Давайте теперь сделаем так. Так, значит, у нас есть с вами что? Делаем так. Так. Что у нас побольше получается по армору? Не, ни хрена, ребята. Мы не сделаем побольше, оставляем бойцовскую. Хорошо, что я имею сейчас? Чтобы быстро отработать их. У меня есть небольшое количество того, что нам нужно. Это ядерных батарей. У меня есть, на всякий случай, антирадин, да? Мы берем, пьем, восполняем здоровье. Вот так вот. Убираем все максимальное. Точнее, добавляем себе максимальную радиацию. Здесь цепочки, чуваки, никуда не уйдут, а сам продвигаюсь наверх аккуратненько. И работаем по турельке с пулеметом. Я считаю, что этот вариант оптимальный. Ой-ой-ой, я тут... Гандончики, ребята. На раз. Оп. Плотненько, плотненько засели. Хорошо. Надеюсь, патроны мы восстановим. Будем стараться как можно больше, ребята, брать. Ой, стрелять как можно меньше, соответственно. Да, нормально, они нормально нам дают батареечек. Там турель у нас стоит автоматическая. Раз, два, три, четыре. Будем экономно все это делать. Дело. Так, проходим. Улучшенная карта наведения, предохранитель. Тоже забираю это все. Так. Есть ли здесь где-то синты? Псина здесь. Ух ты. Пункт приготовления пищи мы с вами потом отработаем. Не во время боя. Это я искал, в принципе. 19 метров, видите, у нас показывает датчик. Вот здесь пацаны в дырке. Как вот к этим пацанам попасть, которые вот здесь находятся? Они на цепочку заперты. Так, там еще турель какая-то или что наверху? Не могу понять. Экономно, говорю, буду. Вон там, вон, что такое? А, понятно. Как вскрыть вот эту местность, которая на цепочку закрыта? Вот это меня сильно интересует сейчас, ребята. А вскрыть мы ее никак не можем пока, да? Еще раз проходим наверх. Жесткая, жесткая потасовка. Они, получается, вот с этой стороны. Это, да, здесь я тоже не пройду. Что я могу здесь опустить еще? По-моему, здесь мы все сделали грамотно. Тут что-то где-то как-то... Первая помощь. Давайте легкий замочек взломаем. Вот так вот. Пакет крови, антирадин, очищенная вода. Хорошо, здесь толкан. В толкане ни хрена. На кухне. Патроны. Зачем я плитки эти подбираю, ребята? Зачем мне подбирать эти плитки? Вот бы скинуть хлам. Так, психу больше не действует. Давайте, ребята, мне нужно перекинуть быстро хлам как-то. Но, к сожалению, не могу. Надо выкинуть всякое говнище. Набираю очень многое. Вот, хлам. Плитка, пожалуйста, выкинем. Так.
Планшеты всякие, это все нужно сейчас, ребята, убрать. Ладно, убрали. Теперь можем бегать и двигать. Оу, е. Огнестрельное оружие наносит больше процентов критического урона. Взяли журнальчик. Опа. А это вход сверху получается, да? Нам нужно попасть в ту комнату, где, конечно же, все стреляют в нас. Вот это неприятный момент. И как туда попасть, хрен его знает. 12 метров. 10 метров. Ой, ниже нам нужно идти. Подожди, мы не отсюда разве пришли? Здесь тоже дверь закрыта на цепочку. Что за фигня, ребята? Смотрим. Обыскать Форт Хэгген. И как нам эту цепочку-то вскрывать, ребята? Неприятно. Неприятно, честно сказать. Потому что... потому что просто не можем войти туда, куда нам нужно. То есть вот они, основные помещения. Вот оно, точнее, одно. Куда мне нужно попасть? Сверху я на него не попаду. Как открыть эту дверь с этой стороны, непонятно. Попросить их открыть мне, они не откроют. Может быть, тут есть что-то такое, что помогло бы мне? Но здесь ничего нет. Выбить гранаты и взорвать? Интересно, так можно или нет? Ребята, мы в тупике с вами. Так, ну это мина. Это не то. Подождите, а чем бы я мог попасть туда? Как я могу попасть в это помещение? Лифт. Я вижу лифт, все понял. Мы можем открыть лифт. Подъем. Лифт, получается, шел снизу. Ага. Вот это уже интересный момент, ребята. Лифт шел снизу. Где-то здесь есть лифт. То есть, опять же, с той стороны. В это помещение никак не попасть. Может быть, нам нужно пролезть сверху как-то? Если здесь есть выход наверх, на крышу, да? То есть, вот там. Возможно, здесь есть еще один вход. Я понял. Логично было бы, да? То есть, ну... еще один вход в другую часть здания. То есть, часть здания, которая находится рядом. Ну, получается, второй этаж. Этот же. Вот там где-то перейти нужно будет. Это говно сносим. Да, это не просто так все сделано. Мы с вами вылезли. Вот отсюда, получается. Нам нужно найти точно такой же вход, но с другой стороны, если он имеется. А имеется ли он? Фиг его знает, ребята. Там нужно было с турельки тоже снять. Имеется у нас вход еще один? Должен иметься по логике вещей. Да, вот здесь вот нет. Ну хоть какой-нибудь. По-любому. Я не верю, что он здесь только один. Да не, ребята, не может быть. Что мы упускаем, пес? Hey. Пес, ищи. Пес, ищи, где вход может быть. Ребята, ну не может быть, чтобы я вот так вот взял и лоханулся, чудо-клей. Скальпель. Здесь мы тоже забраться не можем. Патроны калибра, пачка сигарет. И больше входа нет, что ли? Да ладно. Да не может быть, ребята. Так. Может быть, я плохо ищу, глаза разбегаются. Сейчас пытаюсь везде осмотреться, но... есть вход, есть дверь. Вот такого плана, да? Электрическая. То есть дверь-то здесь есть, но она не открывается с этой стороны. Возможно, она и не открывается с той стороны. А мы-то в тупике, ребята, находимся. Генераторная лампа? Нет, вряд ли.
Но лифт откуда-то же ведет, ребята. Может быть, есть другой вход просто. Если я вышел отсюда, мне нужно попасть, по идее, вот под это здание. Радиация так и тикает. А как-то этот вход открыть можно? Это очень интересно. Это очень интересно, ребята. Надо думать. Надо думать. Тяжело так догадаться. Так, хорошо. Разная помощь, ключи. Это все мы надо. Надо выкинуть говно. Изношенную шляпу выкидываю. Костюм Реджинальда убираю. Снаряжение Минитмена. Это в одном виде оставляю. Можно перегрузить, конечно, все. Но я оружие и не брал особо, ребята. Может быть... Пум-пум-пум-пум. Это тут можно продать много на крышке, то есть не хочу. Праведный властелин, тесак, хламотрон. Это у нас по весу очень много. Вот лазерный карабин мне, по идее, не нужен, хотя из него можно грейд сделать и продать хорошо. Лучше трэш всякие, ребята, выкинуть. Бутылочки. Ладно, пошли, потом в собаку перегрузим. В общем, ребята, у нас ситуация плохая сейчас, да? Я не могу найти входа. Я не могу найти входа, и в этом проблема. Здесь есть единственное, что можно активировать, и все. Второго такого вот входа, как сейчас, мы видим вот здесь, просто нигде нет. Его нигде не видно, Форт Хэгген. Но мы знаем, что есть лифт, который... У которого был подъем, кстати, на этаж. Значит, лифт идет снизу. Если логично подумать, да? То есть... Раз там был подъем написан, диктор говорил, подъем. Значит, лифт шел снизу откуда-то. То есть этот лифт приехал сюда снизу. Снизу, возможно, с гаража, да? Может быть, так мы сможем это сделать. Может быть, здесь где-то, правда, есть лифт? Как раз это и есть та тема. Заперто на цепочку. А может быть, мне нужно было оставить синта, ребята? Неловкая ситуация. Здесь лифта явно нигде нет. Хотя, может быть, здесь есть что-то. Откуда шел лифт, ребята? Вот в чем вопрос. Вот что не ясно нам. Сюда мы пришли, прошли, вышли, и вот... Это не лифт, да, это как раз вход в форт, откуда мы с вами куда попали. Там все закрыто на цепочку. И пес мне никак не помощник в этом. Хорошо, мы так застряли с вами. Обыскать Форт Хэгген. Еще раз, ребята, пробегаемся. Да, как бы я понимаю, сейчас у нас много комментариев будет. Шумору тупишь, что-то не видишь. Ну, сейчас пытаюсь, ребята. Пытаюсь найти. Здесь это точно никак не открывается. Но это даже смысла ломиться нет, поэтому я эту тему пропускаю быстро. Что-то мы упустили, ребята. В дырках стояли синты. Терминал мы больше... Это терминал робота, по идее, да? То есть протектрона. Он больше не работает. И вот это помещение, оно заблочено, получается. Дверь, если закрыт на цепочку... А если отстрелить, сука, цепочку? Вот, видите, цепь? Там такая дверь вся перекрыта цепью. Нет, так я тоже думал, что вдруг так можно сделать. Но не, ребята... В это помещение так просто не пройти. А вот лифт у нас, это очень странно. И он идет вниз. Сука, как же странно это все, ребята. Локальная карта. Содружество. Мы находимся здесь, обыскать Форт Хэгген. Пес, давай поговорим с тобой. Может, ты знаешь... Hey. Говорить. Doing, как дела, дружище? Принеси. Hey, boy. Поищешь что-то для меня? Враги, вещи. Поиск. Goodies, что-нибудь хорошее, мальчик, давай. Давайте, а мы пока пройдемся дальше, ребят. Ну, тупичок у нас. Псина что-то нашел. Да ладно, так сразу.
Что нашел? Показывай. Реально, вдруг что-то интересное сейчас, ребят, как приведет меня ко входу нужному. Ух ты! Псина, да ты молодец, мы здесь не были с тобой. Ёпта. Мы же здесь не были в этой части. Офигеть! Вот я вообще! А я думал, все обыскал, тут прошел. Псина молодец. Псина ведет туда, куда нужно. Обратите внимание, ребята. Пачка сигарет. И вот оно, это помещение. Тупо обойти. Сука! Так, еще раз прошу прощения, дорогие друзья. А я там заламываюсь. Такое вообще... Вообще, блин. Ладно, чё. Мина где? Где мина, ёпта? Патроны, патроны. Ой, сколько здесь всего. Бутылка. Бутылка с коктейлем. И все, ребята. Кофейник, кофейная кружка. Терминал открыть средний. Можем ломануть? Не, не можем. Здесь тоже ничего нет такого, что могло бы нам помочь. А вот они цепи активировать. И вот так мы открываем, конечно же, все. Этот терминал ведет, в смысле, к открытию сюда, скорее всего, да? А лифт, соответственно, нам нужен для чего-то еще. Вот это вот говно ничего не стоит, мы это все, естественно, выкидываем. Стрелковый. Так, забираем. Хорошо. Здесь, видимо, больше ничего нет, да? Телефон мне не нужен. Это не нужно. Терминал я взломать, к сожалению, не могу. Поэтому нужно выдвигаться дальше. Изолента, потрепанный планшет. Все, ребята, надо идти дальше. Здесь нет ни хрена больше. Все, что можно, мы с вами уже, ребята, реализовали, видимо, да? Вот, синтов сейчас обыщем. Стремительные там компенсированные пистолеты всякие. Собаку складывать долго. Ну, конечно, времени мы потеряли. Видите, если бы не пес, я бы так и тупил, бегал. Искал, блин, если дверь заперта, то нужно найти, естественно, проходы. Так, чё? Опа! И это вот как раз тот самый проход. Чувак! Тихо, спокойно. И пулемет я заберу, не переживай. Мужик какой-то мертвый. Что это? Что это за херня? Пес, иди сюда. Вы видели, ребята? Херня какая-то образовалась. Чудо-клей, гаечный ключ, инструменты. Разводной ключ, ребята. Верстак создания брони. Здесь отдельно верстаки везде протыкан. Здравствуй, здравствуй, маленький. Дэнч. Ритачка захотел? Там патроны, патроны. Так, вакуумная лампа. Хорошо, но патроны мы вроде бы с вами нафармили. А на самом деле этого достаточно, чтобы провести какую-то операцию военную. Так, идем вниз. А вот и мой старый друг из морозильной камеры. Давненько мы с тобой не виделись. Да, это тот самый ублюдок, ребята. Опять эти шары-ловушки, посмотрите. Иди сюда, маленький. Нормально так они дрючат. Юзаем стимулятор. Так, тихо, спокойно. Берем, делаем так, ребята, сейчас. Вот так вот. Псина, уходи. Псина, иди отсюда. Хорошо. Все, маленький, хорошо, ничего страшного. Я знаю, ты выдержишь, ты у меня сильный. Мальчик мой. Видишь, ты восстанавливаешься, молодец. Вот бы так у меня раны заживали. Ой, бедный мой маленький зайчик. Ну, это было нужно сделать, естественно. Так, хорошо. Жалко, конечно, что твой дом уже лет 200 как развалился. Но мне сосед не нужен, убирайся. Командный центр. Ну, туда мы сейчас и пройдем, ребята. Огнетушитель взять с собой. Потушить это говно. Сейчас я буду тебе, сука, за сына мстить. Буду твоим имбальником возить по бетонному полу этого сооружения, мразь. Сейчас, ребята, сейчас мы врываемся. Так, где ты? Только покажись мне. Военная электросхема. Нужна нам? Эй! Так, сынок, иди сюда. Обмен.
Давайте я ему сейчас скину. Так, тихо, обмен. Почему я постоянно нажимаю, блин, Е? Ёлки-моталки. Непривычно так это, на самом деле. Кстати, вот очень непривычно, что мне не понравилось, очень тяжело привыкнуть к системе управления вот инвентарями Е, Р и так далее. То есть это очень-очень неприятно. То есть я до сих пор не могу привыкнуть. То есть я постоянно путаю Е, Р и так далее. Давайте мы сейчас хлам вот этот весь скинем, ребята. Изолента, поднос, надо было это все выгрузить. Ядерный материал, настольный вентилятор. Ну зачем он нам нужен, ребята? Лопатка, отвертка, ножницы, кофейная кружка, золотые военная электросхема, цена 25. Вакуумная лампа, вот это все нужно, ребята, это все хорошо. Бестеневая лампа, нафига я ее подобрал вообще? Скальпель, сталь, пускай у нас весом не будет. Все, ребят, а что такое-то? Почему у меня перегруз сейчас идет, ребята? Что за херня вообще? Ох. Все сделано в игре, чтобы останавливать игрока немножко. А вот продвижение быстрого. Не знаю, в этом есть, конечно, свои минусы. Что у меня со снаряжением? Что с перегрузом? Вес 263 из 260. Почему? Что я такого набрал? То у меня так жестко все по весу. Смотрите, здесь ни черта не весит. Здесь вон три весит все вместе. Кусочки белки, пожалуйста. Давайте съедим это все дело. Но это ничего не весит, ребята. Это все не весит много. У меня почему-то такой перегруз жесткий. Прям посмотрите, на 259. Это очень странно. Оружие, крышка мина. Короче, надо вот это сбрасывать говно. 4,7, 5,5, 20. Тактический миниган, я же передавал псу. В чём за фигня, ребята? Обмен. Что у меня с сохранениями? Не так сбиваются, как будто такие вот вещи. Так, тактические миниганы. Очень-очень это все задерживает. Это очень все долго. Вот. Вот теперь все лучше. Так, все, погнали, маленький. Да что ж вы так двигаетесь? Так, спокойно. Здесь Синд добегал, у него здесь шоковый пруд. Давай, следопыт. Баданч! Бадабанч! Ну же. Так, хорошо. Ядерная батарея забрали. Карабины не нужны эти институтские, это все говно. Блин, это все нужно осмотреть. Послушай, ты в бешенстве, я это понимаю. Ну чего ты пытаешься добиться? Все равно, по-твоему, ничего не выйдет. Так и есть. Вниз идем, ребята. Вниз сейчас пойдем. Здесь тишина абсолютная. Тряпка, ядер... Ой, отлично. Ой, как хорошо. Ой, как классно, ребята. Грязный синий костюм. Терминал сложный. Да, это мы не хакнем. Это вот для этой двери, ребят. Там по-любому ништячки всякие. Здесь тоже по-любому есть какие-то секретики. Как же все это вкусно. Одновременно вкусно и одновременно тяжело. Так. И в эти помещения мы просто так с вами не войдем, насколько я понимаю. Да, ни в одно из них. Но вот здесь он со мной заговорил. В жопу иди. Со своими турелями. Так. Без лазера было бы нам сложно здесь, ребята. Причем очень сложно, я считаю. Привет, братан! Что здесь делаешь? Ах ты как, какой сука! Ну давай, давай, добивай. Ох, ребята, лазерные разборки у нас. Лазерные, реально. Не будем все соберем. Хотя давайте соберем. Вот это миссия, ребята, реально. Ух ты. Это радует.
Ядерный блок ребята подогрели, самодельный аккумулятор не нужен. Не знаю, для чего он нужен. Калибр 50, разводной ключ. Большой ящик с инструментами сейчас вскроем, ребята. Много дел. Это много-много дел. Изолента, ножницы, скальпель. Так, 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 здесь. Патроны все нужны абсолютно. Патроны важны. Не понимаю, куда двигаться дальше. Мест куча, ребята, куда пройти. Двери, посмотрите, сколько здесь всего, ребята. Это же жесть полная. Жесть, помещения огромные, просто огромные помещения. Ребята, это все изучить, это просто ад. А если бы я вот во все вот так вот всматривался, это же жесть. Вообще, у нас бы серии были с вами нереально долгие. Так, смелости и настойчивости у тебя не отнять. Но ты скрываешься, говорит. От чего-то там, пока я убиваю синтов, ребята, там. Понятно, диалог, вся фигня. Забираем. Знаете, какая проблема? Проблема в том, что стимуляторов у нас с вами нет. Вот в чем наша проблема сейчас основная. Нет стимуляторов. Еще не поздно остановиться. Развернись и уходи. Тебе еще очень повезло, что у тебя... Что у тебя есть такая возможность. Да господи. Ой, там ништяков. Ребята, там рай медикаментов. А нам нужно проходить дальше, да? Либо в другую сторону. В комодах нет абсолютно ничего. Водка. Пачка сигарет. А мы сделаем хитрость. Такой пришел, поспал, вылечился. Хорошо, сохранился, пошел дальше. В туалете звук какой-то был. Тейдинг. Так, шпильками вскрываем здесь, ребята. Вот это жесть. Yes. Пакет крови, стимулятор. Забираем. Пепельница, здесь ничего нам не нужно. Терминал. Так, хорошо. Мы довольно близко сейчас, ребята. К правде. Разбираем все это дело. Забираем батарейки, хоть чуть-чуть забрать батареек. Чтоб выхлоп был, ребята. Так. Здесь. Забираем. Открываем двери. И он вон там получается у нас, да? Сучонок, стимулятор ментаты. Тоже кровати. Коробка с боеприпасами. Давай, не болтай со мной. Сейчас мы тебе жопу твою разорвем, блин. Так. Сука. Ох, ребята, жестко это. Фолочь, это жестко просто. Ядерная батарея. Ну хорошо, тебе удалось до меня добраться. Мои синты тебя не тронут. Давай поговорим. Ух ты. Нас впускают, ребята. А где мой пес вообще, не могу понять. Он там жив у нас, интересно? Опа. А вот и он. Самый настырный человек во всем содружестве. Превзошел даже меня. Верни мне моего сына. Ты психопат, похититель и убийца. Верни мне моего сына. Отдай мне Шона. Шона, сейчас же. Сразу к делу, значит? Ну хорошо. Ах да, Шон, славный парень. Сейчас ему будет поболее годика, но думаю, об этом ты уже и сам догадался. И ты, видать, решил, что сейчас состоится воссоединение любящего папы с сыном. Чёрта с два, его здесь нет. Дион, говори, ты сраный наемник, где мой сын? Как там говорится? Близок локоть, да не укусишь. Вот с твоим Шоном все так и есть. Но ты не переживай. Ты умрешь, зная, что он счастлив и ему ничто не угрожает. Он, правда, немного старше, чем ты думаешь, но это же не беда. Он в институте, где его любят и оберегают. Как туда попасть? Где это? Где этот чертов институт? Как туда попасть?
Ну сколько можно объяснять? Это не ты найдешь институт. Он сам тебя найдет, когда потребуется. Ты открываешь шкаф, но это всего лишь шкаф. Ты не найдешь в нем Буку, пока он сам не выйдет и не задушит тебя. Но кажется, мы с тобой заболтались. Мы же оба понимаем, что это должно закончиться. Перейдем к делу. Хочет биться, сука, у него, смотрите, револьвер какой красивый. Да, сейчас я буду отжимать у тебя пушку, сука. Как никогда. Давай. Первый пошел. Раз. Так, тихо. Тихо. Понеслась, ребята. Давайте, пацаны, бейтесь. Давай еще. Ну же, подкидывай грену. Как же неудобно, сука, грены здесь летают. Так, хорошо, там синт минус. Идем теперь сюда, предметы. Осколочная граната, где у меня? Где у меня помощь, ребята? Ментаты, мясо, мясо, очищенный. Очищенная вода мне нужна. Стимулятор принимаем. Ищем пацана. Ах ты нихера себе. В инвизе что ли, братан? Так, хорошо, критический удар в Келлога, ребята, производится. Сейчас будем выбивать у него из рук говно. Смотрите, он юзает какую-то херню. Ребята! Хера себе! Я понял тебя. Лови, блин, говно. Ребят, что-то не попадаем сейчас по нему. А чё он в инвизе-то, ребята? Как мне поймать его? Чё это за хрень, ребята? Вы видели, он юзает какую-то хрень. Давай, сука, я тебя под наркотиками быстро рубану. Вот ты где, да? По нему лазеры не проходят, вы посмотрите. Очень странный пацан. Крит, давай. Баданч! Я бы по руке пострелял. Вот так, вот так. Сохраняемся и теперь по руке играем. Чтобы пушку выбить из рук. Пока не выбивается, да? Не выбивается, да, пока у тебя? А вот теперь я тебя прострочу, сука. Вот так вот. Поймал. Пароль Келлога от терминала. Стимулятор мозга. Пистолет Келлога. Вот это мне нравится. Осколочный стелс-бой. Во, ребята. Ингибитор боли. Привод конечности. Костюм Келлога. Вот это мне нравится, ребята. Пароль от терминала Келлога. Так, ну, во-первых... Давайте посмотрим, что за пушка. Пистолет Келлога. Вот это серьезная пилюлька, ее бы апгрейдить. Ух ты, посмотрите, какой интересный компьютер, ребята. Уже современный получается, требуется пароль. Управление дверью. Открыть двери. Открывание дверей, ребята. Хорошо. Что за костюм еще, давайте посмотрим сразу. Ой, какой лучше, чем у меня, ребята, костюм. Посмотрите-ка. Такой вот у нас жесткий пацан. А мы ковбой. Так, а надеть на этот костюм что-то можно еще или нет? Костюм-то крутой у пацана. Так, хорошо. Пистоль есть. Где мой пес, не могу понять. В этом вся проблема у нас, ребята. Может быть, мы там что-то еще упустили. Здесь, кстати, были синты, которых я убил. Здесь вот где-то в углу был, да. Забираем. И вот здесь мы где-то бомбанули греной, пацана. Да. И здесь вот еще. Амортизирующая, укрепленная, кожаная броня. Так, подождите, одежда. Тогда костюм Келлога нельзя надеть, да? 3-6. 8-4. Тогда можно и надеть теперь, я понял, ребята.
На бойцовскую броню, конечно, это не смахивает. Но пока, наверное, давайте, да, костюм Келлога оставим. А все остальное уже мы посмотрим там, на что куда оденем. Центр еще осталось. Форма БС. И центр у меня на собаке, получается, грудак. Форма братства стали. А так у нас... Или форма БС? Не, не подходит. Да нет, подходит вроде бы. Блин, ребята, куча дел, просто жесть. Да, вот у нас кожаные повязки эти все надеваются. Ладно, давайте так оставим, сейчас собачку призовем. Я не знаю, где собачка, конечно. Что-то я еще в компьютере не сделал, по-моему. Я журналы не посмотрел, точно. А я уже решил отъехать. И вот здесь не просмотрел, ребята. Стимулятор, аддиктол какой-то. И здесь еще куча, посмотрите, стимулятор ментаты. Лаборатория, блин, это не хухры-мухры нафиг. Давайте глянем. Требуется пароль. Еще раз сделаем. Вот это да, вот это у нас серия, ребята. Доступ локальный, имя Келлог, примечание. Мальчишка Шон успешно доставлен в институт. Оплата получена. Новый приказ. Выследить ренегатов, собрать подкрепление, зачистить и захватить Форт Хаген. Скоро выдвигаемся. Фу, как все тупо, на самом деле. Это мы все знали, блин. Так, идем. Все, здесь ничего больше. Изолента везде валяется и, в принципе, ни черта. Бафаут, коробка со шпильками. Лифт. И можно выбираться отсюда, да, ребята? Фу! Ну что же, ребята, эта серия подходит к концу, опять же, долгая. Спасибо вам за лайк, ребята. Много дел у нас было с вами проделано, на самом деле. Много всего мы с вами сделали, как мне кажется. Вот это нужно взять. Вот броню мы эту с вами и наденем сейчас на центр. То есть братство стали, броня для туловища. И у нас еще левая рука и правая. Получается, не сделано, да? Крыша, ребята. Использовать терминал. Это как раз тот самый вход, помните, да, который я нашел? Управление дверью. Ну? Где открыть-то? Открыть дверь, пожалуйста. Все хорошо. Две части осталось мне найти. Фу. Вот это эпик, ребята. На самом деле это эпик. Жестко-жестко мы повоевали с вами сегодня. Очень жестко. Было круто, как мне кажется. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, за просмотр, за ваши лайки. Затянутая такая серия, но зато мы сделали много. Вот. Мы с вами увидимся теперь на следующей серии. Это был Fallout. Что такое? 4. И да, до новых встреч. С вами был Шиморо. Всем пока. Сука, что это? Вертиберды? Мы братство стали? Ребята. Ребята, да, до новых встреч. Всем пока.